Здравствуйте, посылка из Китая. Автомобиль. Упаковано в мятую коробку с пленочками. Кейс для переноски. Наличие. Такое устройство, такой пульт должен быть. На коробке вот следующая маркировка заявлена. Ну, вскрываем, смотрим. Помят так автомобиль, что тяжело вытащить. По всей видимости, подарок. Сама машинка. Колеса так, и плюс ролики крутятся в отдельную сторону. Вот база смещается. Сервопривод какой-то там стоит внутри. И так, а где ж у нее верх? Здесь, наверное, в принципе, не принципиально. Она примерно равнозначная со всех сторон. Это как надевать на руку. И что? Куда? О, заряд есть. Так, вот так на палец левой руки. И указательный. Сейчас пока так. Устройство, видимо, для чего-то. Так, пульт без батареек. Автомобиль, по всей видимости, или разряжен, или сброшен аккумулятор. Сейчас проверим. Первая ж распаковка идет. Да, аккумулятор сброшен, чтобы она не ездила по почте России.
Так. Вернул на место, потому что управлять с непривычки какая-то кнопка непонятна. Так, ну первое включение управлять, конечно, не так-то просто. Но я думаю, это просто дело привычки. Спасибо за внимание. Сейчас попробуем управлять с пульта. Так, батарейки подкинул в пульт. Вот пульт. Вперед. Ну, плюс еще накат у нее у машины есть. Сейчас чуть назад вернем ее. Одна вот кнопка зажата, возможно, и не должна работать. Звук прикольный издает, конечно, автомобиль.
И вот одна кнопка завалена, не знаю, что она должна делать. Спасибо за внимание.